что это значит, что у меня есть желание? В чем это выражается? Все время здесь говорят о желаниях. Что это значит? Допустим, у тебя сейчас такое общее желание, и ты не знаешь. Ты помещаешь младенца в... Привел ребенка в игрушечный магазин. Видел когда-нибудь такое? С ума сходит. Все, и это хочет, и это, и это. Я просто видел, что... Хороший пример. Большое, но не выясненное желание. Это для начинающих. У нас то же самое так в начале. Я прихожу, готов на все, воспринимать все с такими ушами, с такими глазами. Просто ага. А потом постепенно это сокращается и ослабляется. И тогда я должен заботиться и о количестве, и о качестве, чтобы это росло, и то, и другое, потому что... Ну, в моем, чтобы в хисароне это росло. Но хисарон должен быть целенаправленным, направленным на то, чтобы я сокращал его сам, чтобы я не распылялся на всякие там дела, которые вдруг становятся для меня важными, и раньше они не были таковыми. А все время надо заботиться о величине желания, силе и об остроте, какой цели мы объединяемся. Это главное. Нет ничего более важного, чем это, потому что человек — это и есть желание, потребность. Поэтому разница между начинающим, который приходит и готов просто... Я сейчас буду самым-самым-самым-самым. И это хорошо. Нужно ему давать. Чего хочет, пожалуйста, бери. Но потом ему придется работать над тем, чтобы самому формировать свое желание, придавать ему форму, направление, все время заботиться о том, как его растить с помощью каких товарищей, с которыми он хочет объединиться, действиями всякими. Но забота должна быть о желании.